Добрый день, дорогие друзья! Рад, что, несмотря на все вот эти трудные моменты, которые связаны сейчас с нашими собраниями, все-таки Пенуэл состоялся. Я так рад, что современные технологии, они позволяют нам быть вместе. Даже когда я проповедовал, я видел группы, которые были собраны онлайн в других городах Дальнего Востока. Очень рад, что все люди, которые ценят, любят Бога, молодые душой, духом, они собрались, чтобы снова встретиться с Богом и также встретиться друг с другом. И это потрясающее время. Я также благодарю всех тех, кто участвовал в эфирах. Иногда мы не знаем, думаем, просто идет картинка и все. Но за этой картинкой стоит очень много людей, поэтому я благодарен всем. Всем, кто принимал непосредственное участие, чтобы эта конференция состоялась. Слава Богу за новый формат, потому что мы имеем такую прекрасную возможность собраться не только в одном месте в Хабаровске, но присоединиться также с разных других городов. Целый Дальний Восток, и даже Москва, и даже Украина, и даже Эстония, все вместе могли собраться, в одном духе молиться, в одном духе прославлять нашего Господа. Знать Бога – это самое главное благословение. Без познания Бога мы просто не исполним наше призвание и предназначение на земле. Желаю всем большего познания Бога, большей глубины и широты в отношениях с Ним и познания Его великой и святой любви. Мне так нравится молодежь, потому что внутри меня живет 16-летний подросток, который посвятил свою жизнь Иисусу, до сих пор живет во мне и продолжает следовать за Иисусом. Молодежь, посвящайте себя Господу рано и продолжайте следовать за Ним до последнего вздоха своим бегом за Иисусом, увлекая за собой весь мир, всех возрастов и всех культур и языков. Всего вам самого наилучшего в 2021 году. Я верю, что для вас этот год будет успешным.